Всем огромный привет! Добро пожаловать в новый влог. Давайте хоть с вами так поздороваюсь. Решила хоть так с вами поздороваться, то вечно у меня никакого начала нет. Ну вот, для начала решила сегодня распаковать с вами посылку из iHerb. Давайте вместе с вами посмотрим, что я здесь заказала. Сейчас уберу эти бумажки. Тут они это не жалеют. Здесь в заказе не только для меня, ну как бы и еще там маме заказываю витамины. Ну ладно, давайте по порядку, что тут первое у меня попадается. Вот такие вот капсулы мы берем уже тоже довольно долго, но я считаю, что таким делом злоупотреблять нельзя, но если вдруг у вас есть там небольшие проблемы со сном, вы не можете расслабиться, там как-то день напряженно или неделя напряженно прошла, то вот такие вот мягкие капсулы, они помогают расслабиться и быстрее заснуть. Здесь в составе растительные всякие компоненты, типа травки, успокаивающие, валерьяна, ромашка, какие-то там еще цветы, лимонный бальзам, и здесь входит мелатонин. Мелатонин здесь 5,5 миллиграмма, ну вот поэтому я и говорю, что это такой вот как бы крайний случай, когда ну вот совсем никак, но это быстро помогает отойти ко сну, и просыпаешься не разбитый, а вот такой какой-то ощущение, что ты вроде как поспал столько, сколько тебе нужно, не чувствуешь себя как разбитая корыта. Вот. Неплохая штука, но я опять-таки говорю, что таким каждый день баловаться не стоит, только в крайних случаях. Такие вот женские витамины, это я взяла сестре, я точно такую же пропила и ей тоже привозила. Ей тоже понравились и мне понравились. Мне очень часто не подходят мультивитамины, потому что что-то есть больше в составе, что у меня в общем-то есть, а оно там присутствует, и у меня такое ощущение, как будто бы подташнивает, голова кружится, ну короче, некомфортно, я перестаю пить, и сразу же все становится хорошо. С этими такого не было, поэтому как бы я и себе брала, и сестре тоже они понравились. Они такого размера, видите, они очень большого, они твердые, это не капсула, и не знаю, их легко пить, они как-то не тяжело. Здесь хороший состав, много всех компонентов, но вот здесь очень мало таких витамин, которые прям зашкаливают. Знаете, иногда там есть там 300% от дневной дозы, там 250. Здесь такого мало, здесь только витамин D в 125%, здесь 25 миллиграмм, но витамин D у нас всегда не хватает, поэтому я считаю, что это не очень плохо. Ну, B12 здесь тоже часто все нехватка. А так вот все в основном это 100% или какие-то там вообще 21%. Вот прям таких зашкаливающих позиций нет, поэтому, наверное, с ними все и сложилось. Вот такие витамины, так что если кто-то в поисках, можете присмотреться к этой вот фирме. Это такие вот детские витамины, это для племянника. Здесь тоже очень хороший состав, но здесь вот побольше, видите, таких вот компонентов, которые по 200%, но так как организм там растущий, я думаю, что это ничего плохого в этом нет. Вот, они, только не знаю, не покупала еще вот именно такие, обычно я беру жевательные, а эти, судя по звуку, может быть, они такие, знаете, как в детстве у нас джунгли были, они, их разжевывать нужно, а не глотать. Да, скорее всего, они такие есть. Не буду вскрывать, чтобы упаковка была закрытая, но, скорее всего, они такие жевательные. Можете посмотреть на iHerb. Оставлю ссылки вообще на все, что вот на свой заказ. Посмотрите поближе, и если вам интересно, почитайте составы и вообще отзывы. Вот эти витамины я маме беру уже не в первый раз.
мне кажется, что уже второй год или вот что-то давно она уже их пропивает, ей очень нравится, они тоже жевательные такие, как приятные, как мармеладки, пахнут не очень приятно, потому что здесь, наверное, какие-то овощи такие, вот оно в сочетании. Пахнет такой больницей, откровенно. Вот, но состав тоже хороший очень, и маме очень подходит, и она чувствует себя лучше с ними. Мама, можешь внизу оставить комментарий, отзыв на эти витамины? Масло черного тмина взяла тоже, начиталась отзывов хороших, что он помогает поддержать иммунитет. Вот, взяла для профилактики, попробую, здесь 60 капсул. И дозировка тоже неплохая. Попробуем, никогда не пробовала, но пишут очень много чего хорошего про масло черного тмина. Это я себе взяла для спорта, и было как раз вот это количество, 180 капсул на скидке, поэтому буду пробовать. Тоже хорошие отзывы были на вот эти витамины. Конечно же, витамин Е. Витамин красоты, здоровья. Я вот начиталась из-за того, что вот у меня такие сухие руки, пальцы и вообще кожа склонна быть немного такой сухой, то я взяла витамин Е, пропью, расскажу потом, как впечатление. Взяла вот такую еще сыворотку с ретинолом. Очень Оля Ося ее хвалила, но буду пробовать. Не знаю, я тоже люблю ретинол. Посмотрим, как вот это будет сыворотка в действии. Будет ли она такая же хорошая, как мои кремы, или, может, послабее. Ну, в общем-то, будем смотреть. Взяла такой сразу 30 мл, а не малюсенькую. И немножко масочек. Я люблю тканевые маски. Вот такая вот с цикой, с персиком. Никогда их не покупала, буду пробовать. Они довольно недорогие. Относительно того, сколько у нас здесь стоят тканевые маски одноразовые, с розой. И вот такие вот Нейтроджина гидрогелевые. Вот эти я уже использовала, покупала как-то. И мне очень понравились, взяла себе две.
yes, I know it feels nice. Direct your body close, tell me when it turns right. It's the button lift, cause I don't need this. But since you got the tip, now you wanna trip. Show me where you're going. Красного перца. Все, у нас тут целый сад. Пахнет реально как в мельнице с перцами. Получила посылку от Rituals. А здесь у нас он не продается, именно в магазинах, поэтому нужно заказывать на официальном сайте. Оно доставляет очень быстро, там совершенно несколько рабочих дней. Что-то для себя, что-то на подарок. Вот здесь у меня на подарок вот такой вот скраб для тела с удом и пачули. Такие красивые баночки. Я прониклась Rituals, покупала наборчик себе travel, именно уходовый, потому что про их диффузор я рассказывала, что он не очень. Вот, а уходовые попробовала, и мне понравились ароматы, конечно, у них тоже. Он сахарный, вот, в базе с маслом, очень приятно пахнет таким мужским, не знаю, мужским приятным ароматом. Вот, баночка красивая, 250 грамм, и расход небольшой за счет того, что в базе масло, оно как-то распределяется лучше по телу. Это в подарок. Еще здесь вот такая красивая упаковочка, и эта серия была Ritual of Wood, а это of Mer. Такое племя я читала, потому что я уже вот эту брала серию в travel версии в наборчике. Мне очень понравился аромат. Что-то не хочет доставаться. Вот такая здесь свечка. Так приятно пахнет, сразу открываешь и пахнет вкусно. Здесь фитилек натуральным воском, видите? Такой вот аромат в машину, и
еще два рефила. Но можно рефилы дозаказывать. Здесь такая вот деревяшка, и сюда вставляется рефил и цепляется там, где воздух, короче, выдувается. Вот, и еще вот два таких в запасе. И в наборе еще клипса вот такая, чтобы удобно было вешать. Деревяшка, получается, пропитывается ароматом, и за счет этого хорошо пахнет в машине. И второй пакетик. Этот скраб взяла себе. Это Ritual of Hammam. Это уже, по-моему, это на основе соли, но тоже в масле. Тоже вот такая консистенция. Там еще какие-то есть частички чего-то. Тоже приятно, так пахнет. Реально, как в хамаме. Вот такой вот взяла боди-крем. У меня он был в небольшом объеме. Заказала полный, потому что мне очень понравилось, как он увлажняет. В то же время он легкий, впитывается хорошо, но и не оставляет никакого жирного налета на теле, но и дает увлажнение. То есть на следующий день, когда идешь в душ, вот это чувство увлажненности кожи остается. Вот такой вот он. И очень-очень приятный аромат. Знаете, сладкие апельсины и кедр. Кстати, вот эти рефилы можно докупать, то есть она достается, и не покупать всю баночку, а только менять рефилы, что, в общем-то, экологичнее и экономнее. Вот это дали мне боди-крем такой вот с рисовым молочком и цветками вишни. Серия с сакурой, такая как деревяшка, крышечка. Это полноразмерная версия, 220 миллилитров. Просто положили в подарок, спасибо. Вот, тоже такая консистенция, как взбитые сливки, что ли. Вот, приятно, очень свежо пахнет. Вот это я еще не пробовала, но надеюсь, что мне понравится. Пол-литра, тем более. Это масло для душа. Здесь две фазы нужно взболтать. Вот. Какая консистенция, буду пробовать. Не знаю, будет жирненьким или нет. Но за счет того, что это все-таки масло двухфазное, то, думаю, будет хорошо увлажнять. И остался у меня вот здесь. Запала я на эту серию Ritual of Mer. Спрей для тела и для волос. Мист такой вот нужен. 50 миллилитров всего, ну, как бы, ладно. Чтобы не перебарщивать. Еще купила себе какое-то вот такое масло, раз оно тут стоит, от Seventeen для ногтей и кутикулы. Пока пробую, не знаю, может, накопительный эффект какой-то будет, но пока, вот когда мажешь, все хорошо. Как только руки помыл, сразу как бы все обнуляется и становится все по-старому. Не знаю, буду пробовать дальше. Еще на день рождения получила вот такой вот подарок. Это внешний диск на 1 терабайт. Мне из-за того, что когда снимаешь очень длинное видео на камеру, оно пишет в 4К, и это может быть 50 гигабайт весить видео, ну, около того. И ноутбук у меня на это не рассчитан, на такие объемы. И поэтому вот мне внешняя память просто супер необходима, поэтому очень нужная вещь. Еще не пользовалась, но вот этот влог уже буду монтировать с помощью
вот этой полезной штуки. Он очень маленький, компактный, видите, на пол ладошки. Можно брать везде с собой, очень удобно и эффективно для видео. Вот, и еще одна такая вот штука тоже для того, чтобы мои видео наконец-то стали лучше в качестве съемки. Это лампа, о которой я уже тут мечтала. Вот, это такая вот... Ее можно поставить и на стол, и просто вытянуть немного, и вытянуть еще немножко, и будет такой, ну, стоячий свет. Вот, здесь двигается все, работает от приложения, можно там зафиксировать разную теплоту, разную интенсивность света. Здесь все это диоды, и ничего не греется. Очень классно, удобно, так что можно будет снимать всякие красивые макияжи с хорошим светом, и будет никаких ограничений по тому, хорошая погода у меня в окошке или не очень. Вот, так что сейчас будет у меня такая вот лампа. Хорошо лежите.